Здравствуйте, хочу поделиться радостной новостью. В общем, сажали тут эту траву, как вы видите. Нет, это не выросло. К нам приехали из города и разложили роллы. Короче, у нас теперь тут должна вырасти двойной и тройной слой травы. И будет нам счастье, как говорится. В общем, они везде все уложили. Так что мы счастливые обладатели новой травы. Хвастаюсь. В общем, мы, конечно, старались. Но получается, что зря. Тут немножко подсохло, надо поливать уже. Вот такие у нас новости. Теперь показываю видеоотчет того, что мы тут посадили. Значит, так. Один. И он уже у нас с бутончиками был. И он уже распустился практически. Очень красивые цветы. Спасибо за то, что подсказали нам. Вот там тоже мы ждем бутончики. И вот еще листики растут вьюны. Они будут осенью оранжевые. Ну и тут, конечно, пришла главная хозяйка всего этого дела. Вот она тут ходит, хозяйничает, все откапывает, раскапывает, делает схроны, прячет печеньки, косточки всякие. Насчет костей вы не волнуйтесь, мы ей не даем на эти настоящие кости. Это такие имитация типа костей. Ну там они из чего-то такого. Я ей часто не даю, редко. Эй, Ума, не трогай мой этот растение. Вот, посмотрите, тоже вот растет. И еще вот у нас растение. Тоже цветочек. Гиацинт, да, это, по-моему? Или как он называется, не знаю. К Брайану приехал дружбан его. Они там хотят мыть машины. Ладно, пусть моют. Да, что я показывала. Ну, в общем, все у нас здесь расцвело. Везде все красиво. Единственное, что тут немножко трава у меня плохо вот в этом году зашла какими-то. Наверное, надо будет подсаживать сюда заново.